Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня с вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua. Сегодня в моих руках моделька под названием THL W11, максимальная версия, та, которая 2.32. Хочу сказать про нее пару слов. Во-первых, хочу сказать, что полноценный обзор со всеми техническими характеристиками, с параметрами видео, фото, камеры, вы сможете посмотреть на моем обзоре версии 1.16. Ссылочку размещаем вот здесь. Обращаю ваше внимание на комплект именно этой модели. В принципе, здесь ничего особо не изменилось. Однако есть вот такой вот интересный бампер под эту модель. Вот он немножко другого формата, как другого рисунка, как был в прошлом обзоре. А так стандартно это пленка, это идет гарнитура, ну и зарядка с USB кабелем. Хочу, скажем так, немножко реабилитироваться в ваших глазах. В обзоре версии 1.16 я, грубо говоря, лоханулся. Я сказал изначально, что вот этот вот слот — это слот под microSD карточку. На самом деле это полнейший бред. Модель именно двухсимочная, и особенность модели заключается в том, что крышечка у нее несъемная, то есть нужно откручивать вот эти болты, и тогда можно попасть под крышку. Вот этот разъем у нас — это стандартная большая симка данной модели, и микросим у нас вставляется вот в это отверстие, с крепочкой туда вставляете, она вылазит, этот разъемчик. Так, в принципе, модель по всем своим характеристикам, параметрам полностью идентична той предыдущей версии. Тут 5-дюймовый дисплей, кстати, светящиеся сенсорные кнопочки. Тут 5-дюймовый дисплей, тут Full HD разрешение экрана, 12-мегапиксельная фронтальная задняя камера, как они фоткали и снимали. Опять же, переходите в тот обзор, смотрите. А я хотел вам показать Antutu, подтвердить свои слова, что это именно максимальная версия 2.32. Набирает данная модель 15126, стандартный нормальный показатель. И четвертая версия Antutu вот нам показывает такие данные. Во-первых, это турбированный процессор 6589. По памяти 32 гигабайта тут встроенных, RAM у нас 2 гигабайта, это 2 гигабайта оперативной памяти. Турбированный процессор у нас с частотой 1,5 гигагерца на каждое ядро из 4. Две камеры у нас под 12,6 мегапикселей. Съемка видео в формате Full HD 1800p. Ну и, собственно, все. Думали, что модели будут эти с задней черной крышечкой, а не тут-то было. Модель абсолютно внешне идентична предыдущей модели, и особо ничего я добавить не могу. Напоминаю всем, что эта модель имеет несъемную крышку, и чтобы расширить встроенную память, это возможно, во-первых, а во-вторых, нужно снимать эту крышку, медиаторами открывать эту крышечку, и под ним где-то вот в этом месте есть слот под microSD карточку, в который можно вставлять microSD карточку. То есть, в принципе, все. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!